есть такая профессия – родину защищать. Одними из таких являются профессии морских инспекций. Сегодня на Всероссийском спортивно-патриотическом слете «Юность Динамо. Будущее России» во Всероссийском низком центре «Смена» мальчишки и девчонки узнают о специальностях Института береговой охраны Федеральной службы безопасности России. Учебно-тренировочный комплекс вуза приближен к настоящему кораблю. Эффект присутствия настолько силен, что поначалу курсантов даже укачивает. Благодаря этому выпускники института, приступая к выполнению боевых задач, попадают в знакомую среду и действуют четко и слаженно по заранее отработанным сценариям. В общем, ходить на кораблях можно и не покидая стен института. Тренажер позволяет в мгновение ока перенестись из теплой Анапы на Дальний Восток. И все это выглядит очень естественно. Даже крики чаек, шум ветра и волн слышны за бортом корабля. Институт береговой охраны ФСБ России находится в Анапе. Он был создан в 2007 году, но ведет свою историю с 1936 года, когда была образована морская пограничная школа. Сегодня в вузе можно получить высшее и среднее профессиональное образование. Мальчишки и девчонки подробно узнают о профессиях судоводителя, связиста и других, а также примеряют на себя костюм водолаза и пробуют подержать в руках отечественный пулемет «Корт», вес которого более 40 килограмм. Я знаю, да не трогай, чепухила. В каждое плавание на корабль берут чемодан государственного морского инспектора, который помогает при связи. Если на корабле происходит поломка, то связь осуществляется специальными сигналами. 302 принимает адмирал. В Институт береговой охраны принимаются только юноши, но настоящими мужскими профессиями заинтересовались и девушки. Мастер-классы подарили незабываемые эмоции и яркие впечатления, говорят сменовцы. Меня полностью заинтересовало, это увлекательно, много всего нового, интересно, хочется попробовать спуститься в снаряжение. Впечатления очень хорошие, безумно все интересно. Даже немножко жалко, что в этот вуз не берут девочек. Нам бы очень хотелось поступить, несмотря что мы уже прошли только два этапа. Очень классно. Мы на эмоциях, огромные впечатления. Мы безумно рады, то, что мы вообще в этом лагере. И то, что у нас есть возможность проходить, узнавать много нового и присутствовать на таких шикарных мероприятиях.